Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Некий певец Артом Шарлот сжег российский паспорт, он уехал за границу, а также сжигал пульт с российским триколором и вернулся в Россию. Попросил денег на билет, ему скинули, он вернулся в Россию, его сразу задержали в аэропорту. Сейчас он извинился, с ухмылкой извинился, и грозит ему, второе заявление уже написали об оскорблении чувств верующих, грозит ему до 10 лет тюрьмы. Мизулина пишет, что он не совсем адекватно оценивает происходящее с точки зрения того, что ему грозит. То есть он как будто ему кажется, что он совершает какие-то поступки, о которых говорят. Это так и есть. Если бы я не прочитал сейчас комментарий в одном телеграм-канале, достаточно крупном, где пишут, что инстасамка, шарлот и так далее. Не хочется превращаться в старика, на который обсуждает такие вещи. Вы знаете, если не обсуждать такие вещи, то можно далеко уйти. Это именно то, что нужно обсуждать, потому что это молодежные исполнители. Вообще, что хочется сказать, этот певец Шарлот. Я его первый раз увидел в программе «Музыкалити», которую вел заморский гастролер муж Пугачевой. На Ютьюбе такая есть. До этого я его не знать, знать не знал, не слышал и не слышал бы еще сто лет, но я его увидел там Шарлот. Я, насколько понимаю, это человек который не особо что-то где-то блещет каким-то талантом исполнителя, артиста, но решил провокациями какими-то добиться популярности. Сейчас не совсем понимая наверное, какое время провокациями вот такого порядка. Кто-то пишет, что нужно простить, но парень молодой, не понимает. Друзья, он российский паспорт сжег. И именно в его случае я охотно верю, что он это делал не для того, чтобы не потому, что у него какие-то есть мнения по поводу сопредельного государства, Запада, он кому-то симпатизирует. У меня впечатление, что у него вообще там нет чего-либо, чтобы он кому-то в принципе симпатизировал. Кроме того, что ему нравится, что о нем говорят. Но, друзья, вы понимаете, сейчас о нем говорят, да, он сейчас сядет, будучи молодым, и он же там поймет, что он делал и к чему это привело в конечном итоге. Для того, чтобы показать молодежи, что э, вот такого рода выходки, они э, недопустимы, нужно об этом говорить и разъяснять, что российский паспорт, для многих людей это настолько желанное, желанный документ. Паспорт российский, ты должен хранить пылинки с него сдувая. Потому что быть гражданином Российской Федерации это огромная привилегия. Нас научили за это время, что постоянно смотреть на Запад, там хорошо, там красиво, там замечательно. Но почему-то не рассказывали, какие налоги они там платят, сколько они за съем жилья платят, как они там вообще, насколько тяжела жизнь там. Нам показывали только тех, кто живет хорошо, зарабатывает, имеет свои пекарни, там туда-сюда. Там очень тяжелая жизнь, очень тяжелая. И, на, а на это обязательно говорят, что это, ну это специально говорят так, чтобы люди в России думали, что там тяжело, на самом деле там круто, супер. Что-то все, кто уезжал, все ноют, плачут и в Россию обратно хотят. Для меня это хороший критерий. И кто мотается туда и пишет, что там красиво, а потом все равно возвращается в Россию, живет в России, деньги зарабатывает здесь. А что там-то не остаетесь, я не могу понять? Что там не реализуетесь? Никому не нужны вы там? Поэтому российский паспорт трогать не сметь грязными руками. Руки помыть сначала, прежде чем российский паспорт трогать. Руки помыть. И с чистыми мыслями только, в любви к родине. Человек, который сжег российский паспорт после 18 лет, я считаю, что сейчас говорят, может быть, какой-то альтернативный вид наказания, но чтобы он осознал, он ни черта, ни черта, не осознал, он стоит, ухмыляется и смеется. Ему, ему, ему важно, что его все покажут, что он прилетит, ему так кажется, это и все телеграм-каналы, что он прилетел, это раз... Он не понимает, какую ответственность он будет нести. Да, это молодой человек, но это не значит, что он не должен нести эту ответственность. Поэтому, э, с моей точки зрения, с моей точки зрения, вы знаете, когда вот эти вот ужасные вот эти девки ворвались в храм Христа Спасителя, тогда Жириновский говорил: отправьте их не в тюрьму, а в монастырь. Их там научат жизни. В данном случае, вот он. Смотрите, тюрьма, российский паспорт, Россия. Что можно сделать, чтобы человек изменился и понял это, что он делает? Я не знаю, у меня нет предложения. Я не могу, не могу сразу предложить, чтобы его не в места лишения свободы отправлять, потому что он не понимает, что он делает. Он это делает как бы для популярности, понимаете? А чтобы он осознал, чтобы он осознал, что он делает. Какие-то общественно-полезные работы, может быть, я не знаю, что-то еще, но я думаю, что в данном случае нужно понять одно. Это уголовное преступление, и необходимо наказать его а соразмерно поступку, но запомнить нужно одно всем, особенно молодежи. Паспорт российский, целуйте и будьте благодарны на коленях что он у вас есть. Потому что только он гарантирует вам безопасность в мире. Только российский паспорт гарантирует вам сейчас. В Израиль побежали? Побежали. Что там случилось? Потом обратно. В Армению сбегали уже. Сейчас ролик смотрю, парень с девушкой сидят. Куда-то в Миянму куда-то уехали. Просят посольство их вернуть. Чего уехали туда? Зачем мы? Денег на еду нет, на то нет, на все нет. В Аргентину летят получать паспорт там европейский потом, чтобы в Европу уехать в Европу в итоге никто не едет все равно ошиваются в России, потому что здесь зарабатывает. Это прилавок что ли для вас это наша родина, Российская Федерация, поэтому э, меня это тоже оскорбляет, это меня тоже оскорбляет паспорт нужно Российской Федерации хранить как зеницу ока и понимать, что это именно тот документ, если он у вас есть, который вам гарантирует успешную жизнь, стабильное будущее и полную безо безопасность. А для того, чтобы это все было, нужно не ждать от кого-то, что ой, ну сделали или не сделали, а нужно идти и трудиться самому. И нужно делать что-то вокруг себя, чтобы завтра был лучше, чем сегодня. Не только у тебя, но и у окружающих, и в стране. Потому что если пенять, например, на Европу, вчера в комментариях прочитал, кто-то писал, в Германию приехал, там гид говорит, вот здесь порядок, здесь порядок, здесь порядок. А они говорят, порядок это не сверху, это вот само общество. Понимаете? Поэтому к нам тоже вопрос. А меня, например, вообще возмущает эта ситуация. Когда сжег российский паспорт, еще рассуждать, сидеть, что их не надо обвинять, это молодежь, не молодежь. Это ужасно, это, это чудовищно абсолютно. И это специально делается, возможно. Я вот предполагаю, что он для хайпа это делает, для как бы популярности. А может быть, он имеет какие-то какое-то финансирование иностранное для того, чтобы дискредитировать таким образом, скажем так, в глазах молодежи, в принципе, гражданство российское. Это уже другое, это вообще, я считаю, может быть. Это не, не мне давать, конечно, правую оценку, но еще раз говорю, это очень серьезно. Друзья, и молодежи нужно это понимать, и нужно вести разъяснительную работу соответствующего характера среди молодежи. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. Ролики из разных источников, новости из разных источников, политик с моими комментариями. Все это телеграм-канал Будда Гришна. Новости. На Рутюбе есть канал Будда Гришна. Друзья, тоже подписывайтесь. Там. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи!